really good at impromptu speeches. Just adding. Тест-тест, привет. Как дела? Как слышно? На Ютубе стрим отменила. Можете посмотреть, у меня ВКонтакте я написала пост на эту тему. Если кому интересно, могу прочитать его сейчас вслух, потому что, наверное, не все смотрят ВКонтакте. Ребята, отменяю сегодня стрим. Вечерний ринчик должен быть веселым и классным, но с таким настроением, как у меня, развеселить я вас вряд ли смогла бы. Извините, кто ждал, но так реально лучше. Заранее отвечаю на самые ожидаемые вопросы. Нет у меня ни те дни, ни ПМС, я не болею, я выспалась. Никто меня не обижал, вообще ничего не случилось. Не успела вовремя, расстроилась, прочитала какие-то комментарии, расстроилась. Не всегда могу быть стойкой к таким вещам, простите. Вот, собственно, все. Ну, типа, я только сейчас успела все настроить. Я со вчерашнего дня настраивала, все готовилась к стриму сегодня. А как-то так и не получилось до конца все сделать так, как хотела. Мне не нравится, как я выгляжу сегодня. Ничего не нравится. Мне не нравится свет. Мне не нравится цвет. Вот этого всего. Я подумала, что можно поменять обстановку в кои-то веки, но... Мне что-то не нравится. Вот. Ну, только сейчас я успела как-то более-менее так все настроить, чтобы меня устраивало, но я все равно недовольна. Почему сделала смену локации? Просто так. Кухня теперь вон там. А, это хромакей? Нет, это моя квартира. Главное, не чувствуй себя виноватой из этих переносов. Понимаешь, просто я понимаю, что смотрят люди, которые мне не безразличны, и я не хочу тупо вам портить настроение, вот и все. Ну, как бы... И сейчас, получается, запускаю стрим с таким же настроением дурацким. Но сейчас она как-то немножко получше стала, чем когда прям перед стримом было. Многие спросят, типа, зачем ты вообще тогда... повесила анонс о том, что у тебя будет сегодня стрим, если у тебя плохое настроение. Могу сказать, что у меня настроение было замечательное. Оно испортилось, типа, минут за 15 до стрима. И что делать? Мне написал ПВИ, говорит, вешай анонс за 10 минут до начала стрима. О том, типа, ну, не предупреждай никого, потому что мало ли настроение поменяется. И... Ну, это тоже же не подходит никому. Потому что люди пишут, что давай кидай анонсы заранее, за день кидай анонсы, составляй расписание на неделю. У меня меняется настроение, наверное, часто, я не знаю. Иногда нет, оно у меня часто меняется, и даже когда я вот по графику стримлю, но обычно я могу себя контролировать, такая типа, заткнись, зарой свое настроение плохое куда-нибудь вот, подальше и стрим. Но у меня типа не всегда это получается. Вот. Спасибо, 19.59.38. Еще почему здесь с этой стороны удобнее получается, потому что можно хромакей нормально сзади поставить, ничего не ограничивает сзади. Можно подальше сесть. Подальше от камеры, подальше от монитора. Можно танцевать танцы всякие разные. Милая собачка Алина. Меня собачка назвала, да? Тебя так мама называла в детстве?
Может быть. По-моему, не стоит так людей называть. Не хватает кошки с лапкой. А куда ее оставить-то? Туда? Или туда? В квартире минимализм? Разве? Полно, по-моему, объектов всяких. Я бы хотела, может быть, даже поменьше. Можно купить новый стул. Угу. Можно вообще не делать анонсов. Зачем брать на себя какие-либо обязательства? На онлайне, наверное, это не скажется. Не, на онлайне не скажется, но это нехорошо по отношению к тем зрителям, которые планируют свою жизнь как-то постоянно. Так, я... Донаты мне прилетают. Наверное, громко. Вы просто чудо. Я типа готовилась, донаты делала сегодня. Спасибо, Алина Риновой. Я сейчас, пожалуй, поменяю их на что-нибудь другое. Потому что они вообще не подходят мне под настроение, если честно, сейчас. Вот с утра у меня было вот такое настроение, как вот донат выглядит. И весь день. Потом что-то случилось. Не знаю, что. Может, гормоны, может, настроение. Я не знаю, как это работает. Я не разбираюсь. В раке. Вы гладишь просто обалденно, красавица. Спасибо, спасибо, доброжелатель. О, надо же, на заднем плане играет. Рад тебя видеть меньше, чем три. Спасибо, голос за кадром. Спасибо, доброжелатель. А, забыл, как его зовут. Господи, это же один из моих любимых композиторов. Господи, как же его зовут? Я даже такое забываю теперь, пипец. Спасибо, Даксыч. Эрик Сати, точно. Спасибо большое, Сенар Чавал. Да, Эрик Сати, один из моих самых любимых композиторов, очень сильно опережал свое время, ну, когда писал, был абсолютно непонятым в свое время, довольно депрессивным, кстати, был. Да. Свет глаза не режет? Не, я, кстати, сейчас свет сделала прям совсем темным, то есть сейчас вообще не режет, сейчас нормально. Челка, как старые добрые времена, да. Кому-то так больше нравится. Кэньбанва, Алина Имата, что я пропустил? Ничего не пропустил. Вообще ничего. Мне кажется, органичнее будет смотреться вот здесь. Вчера все передвигало для стрима. Все переставляла, диваны, комоды. У меня же по-другому раньше все стояло. Я перестановку в квартире все сделала. Кстати, картинка стала в разы красивее. Серьезно? Так лучше? Чем с кухней? Мне кажется, нет. Я типа, ну, переделала, а потом решила, что... Потом решила, что...
поменяю, обратно потом камеру переверну в другую сторону, потому что мне так меньше нравится, но оставлю типа на один стрим для разнообразия. Сейчас попить возьму себе, ладно? Крышечку зачем-то унесла. Просто так это что-то новенькое. Ну да, так и есть. Так и есть. Только разве что новенькое. Можно так иногда стримить. Ну, иногда, чтобы так стримить, это... Ну, имею в виду, что мне надо переставлять все. То есть у меня вчера часа 4, наверное, ушло на перестановку. Мне написали, что слишком мелко все на заднем плане получается, когда вот так вот стримим. Сейчас даже зачитаю. Я спрашивала у людей, у разных мнений на этот счет. И вот один из них мне написал, например, следующее. Так. Сейчас найду. Не уверена, что так лучше, особенно если на уменьшенное изображение посмотреть. Нет крупных интересных деталей, все вдали маленькое и освещено слабо. Ну да, при том, что у меня сейчас все включено, все светильники в квартире включены. Но у меня просто, в принципе, довольно темно в квартире. Вот. Ты большая. У меня еще куртка большая, если что. Вот я. Вот я где заканчиваюсь. А вот где куртка заканчивается, а вот где я заканчиваюсь, а вот где куртка. Я просто, типа, люблю большую одежду. Не знаю, почему, но мне так удобно. Может, как-то... Как будто на радио, но так, наверное, не слышно ничего. Почему на Ютубе не работает? Потому что у нас сейчас, так скажем, неофициальный стрим. Так просто, чтобы... Я подумала, что есть люди, которые очень прям ждали сегодня стрима. И, наверное, им в любом состоянии настроения меня хочется увидеть. Не разбирается. Давай что-нибудь поделаем. Не хочу ничего делать. Я буквально минут на 20 запустила. Говорю, настроение вообще никакое. И просто поболтать. Даже донатить, ребят, не надо... Ну, сегодня, потому что не в тему донаты, я не отрабатываю, не веселю вас. Блин. У меня вообще клиническая депрессия. Сижу на антидепрессантах много лет. Сегодня мы на одной волне. Зато плохое настроение дает возможность посмотреть на жизнь под другим углом. Порефлексировать. С наилучшими пожеланиями. Спасибо большое за 1000 рублей. Не надо пить антидепрессанты, они тебе не помогут, серьезно. Антидепрессанты только хуже все делают. У меня, кстати, нет депрессии, если что. Бонжур. У меня все нормально. Кухня. Топ. С. Бонжур. Бонжур. Бонжур, месье Шерон. Comment ça va? Вебка норм, глазам так лучше. Я возражу. Пока лучше, центром да. Центром экспозиции являешься ты. Ничего лишнего, лаконично. Почему нет? Темы для разговоров не подъезжали? Я не хочу разговаривать особо. Я, ну, просто, может, на вопросы какие-то поотвечать из чатика. С новой стороны, конечно, прикольно, но на кухне как-то уютнее по-домашнему. Ну, а так слишком пусто, да. Прикольная футболка, это вот с концерта Дирен Грей. К которому мы с ребятами ходили.
Как мне погода? С утра была очень хорошая погода. Я сегодня, кстати, выспалась первый раз за долгое время. И, открыв глаза, увидела, что за окном солнышко. Было классно. Кстати, донат, озвучка доната громче, чем мой голос, когда я говорю. Не надо ли потише сделать музыку, например, на заднем плане или меня погромче? Расскажи про игры и видеокарту. Видеокарты у меня две. Одна просто 2080, вторая 2080 Ti. И я буду на них обзор делать. Поэтому я даже распаковывать их не буду сейчас. Все хорошо, музыка топ, все хорошо, и меня нормально слышно. Донат потише надо. Меня погромче. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот так вот, наверное, погромче буду я. Сейчас, погоди. Нет. Вот так вот. Вот так вот. Я это все верну обратно. Ну, точнее, одну из карт я оставлю себе, а вторую верну обратно. Я для обзора ее взяла. А, что-то мне кажется, фокус какой-то неправильный. Ой. Дорогой, ты пьян? Дорогой, это я, твоя жена. Это я, твоя жена. Эй. Дорогой, ты опять напился? Добрый вечер, Настя. Какая останется у тебя? Посмотрим. Еще не знаю. Бонжурно, сеньорита Алина. Хорошего вечера, Грек. Привет. Спасибо, Греква. Истории школьных лет не хочу рассказывать. Зато когда я отодвигаюсь далеко, мне приходится подвигаться каждый раз, когда надо мышку брать в руки. О, какая музыка эротичная. Прям как из какого-то эротического фильма. Может, масштаб побольше сделать? Рад видеть. Привет, Эмиль Эльдарович. Мэтт Катана не я буду решать. Делсич, привет. Что нос за микрофоном спрятал? Ну, микрофон то, что должен быть прямо напротив рта, по идее. Ну, я понимаю, что он таким образом перекрывает лицо. О, Ахигао у нас. Ну, можно было не удалять Ахигао. Блин. Жалко, нет. Я понимаю, что модераторы все делают типа по схеме, и они правильно все делают. Но иногда какие-то сообщения, которые нарушают даже наши правила... чатовские. Давай хочется так. Мне оставить. Давай подумаем о чем-нибудь приятном. Поделись с нами. Что было тебе очень неожиданно и приятно в крайнее время? Чатик, давайте, делитесь. Что с вами было приятного недавно? Нет, слишком много не надо, Ахигао. Пытаюсь вспомнить, что мне было неожиданно приятно. За последнее время. Особенно неожиданно. Я вообще плохо помню, что было, честно говоря. Нет, я помню, что-то меня порадовало. Очень порадовало, я прям улыбилась. Кто-то мне комплимент сделал. И что-то мне как-то прям очень приятно было. Я уже забыла. Пум. Пум-пум. Знакомая музыка. Это с Ютуба радио. Да-да-да, это с того радио. Что-то там чиллаут. Самое популярное радио на Ютубе. Надо как-то убрать это все-таки. Может, вот так вот... А так слышно будет странно вам. А так перекрывает лицо. Бред какой. А, лоу-фай, хип-хоп, точно, да. Лоу-фай, хип-хоп. Во, вот так, наверное, лучше, да?
Привет, сколько километров бегаешь? Я не бегаю ни сколько километров, потому что мне нельзя бегать. И плюс ко всему, я считаю, что это плохо для суставов на ногах. Ну, как бы я так всегда считала. А бегать мне нельзя, со школы я не бегаю. У меня этот пролапс митрального клапана. Освобождение от физкультуры всегда было. Сегодня была в зале? Не, сегодня не была, завтра собиралась. Что скажешь насчет истории с Лехой? Я вообще ничего не скажу. О чем я здесь можно сказать про эту историю? Давайте разыграем ужин с Алиной Рин. Кто за плюс в чат? Я не хочу ни с кем ужинать, простите. Не хочу ни с кем встречаться, прости. Окно Овертона, извини. Я скипну по-любому того, встречу с тем, кто выиграет. У Лёхи там какие-то вопросы с донатпэем. Что-то там, кто-то ему деньги, наверное, не перевел. Мне скинули видео, оно на 1.5 часа. Но мне неинтересно смотреть. Ну, я примерно знаю, что там за будет за видео. Типа, вот, донатпэй, предложили мне с ними сотрудничать. И вот, мне там закидывали 1 000 000 донатов. И вот, там, часть донатов мне не пришло. Они сказали, что они не пришли, там, ля-ля-ля. Они пришли, на самом деле, у людей снимались деньги, и там, бла-бла-бла. Вот, какие донатпэй плохие, и вот мы сейчас их разоблачим. Ну, и что, ну, нахрена мне это смотреть? Ну, серьезно, что, мало кидал, что ли? Донатпэй мне, кстати, тоже в свое время предлагали сотрудничество, но, типа, я не сложилась с ними. Потому что, ну, они неудобны были просто. Вот. Ну и нахрена мне смотреть, и что это, как реагировать-то на это? Во что будешь играть в ближайшее время? Ну, мы закончим с вами играть в Doom. То есть это получается еще, наверное, несколько стримов по Doom, в зависимости от того, как я буду проходить. Я думаю, что буду проходить быстрее, чем до этого проходила, потому что игра мне была в новинку, а сейчас она уже не в новинку, поэтому я более-менее поняла, как там что делать надо, разобралась. И думаю, что дальше пойдет быстрее. Вы будете говорить, что, может быть, тяжелее будут монстры, но это не важно, потому что у меня будет прокачка лучше, и я буду знать, как они действуют более-менее. Вот, потом... Doom. Hitman надо поиграть. Battlefield у меня тоже в планах был. Spyro вроде выходит на неделе, да? В Spyro хотела. Не знаю, что еще. Какая же ты вреднючая. Да, да, я вреднючая, я злая, всегда опаздываю, да, да, я просто кусок дерьма. GTA прошла? Да, прошла. Сталкер играть будешь? Хотела, но пока еще не решила, какое, когда я буду это делать. Какие программы используешь для монтажа и стримов? Для монтажа я использую Final Cut Pro X, он у меня на MacBook. Для стрима использую OBS 22.0.2, 64 бита для винды. Fallout 76... Да, так, ну ясно было с самого начала, что это спорная игра. Спасибо, Дунайский, что даришь... Даша, подписку. Не, ну, я поиграю по-любому, когда она релизнится, Fallout 76, посмотрим там что как. А что за проблемы с RDR 2? RDR 2 просто тупо никто не смотрит уже. Громкая музыка, я считаю. Ловец Маслин, спасибо большое. Вот так получше. RDR 2 просто тупо уже никто не смотрит. Объясню почему. Когда релизнулась игра, в нее играли абсолютно все стримеры, абсолютно все до единого ее запустили, все пробовали играть в нее. Очень многие ее дропнули по той причине, что у всех был супер маленький онлайн на этой игре, потому что в основном гиганты завладели всеми зрителями в тот момент, когда она релизнулась, и люди же не могут 24/7 стримить, да, то есть я не могу 24/7 стримить RDR, и многие люди, которые смотрели эту игру,
они захотели посмотреть развитие сюжета у кого-то другого. И многим уже неинтересно просто смотреть прохождение от других стримеров, потому что они знают, что там будет дальше, и, ну, им неинтересно просто, они уже знают все про сюжет, какой им смысл смотреть что-то у меня. А мне самой игра нравится, и знаю, что есть люди, которым она нравится у меня тоже. Поэтому я не собираюсь ее забрасывать, я собираюсь в нее поиграть, но просто попозже. Вот. Просто попозже. Чтобы и вы подзабыли то, что вы увидели у других. Ну и вообще, когда спадет этот хайп. Аксель, спасибо тебе большое за подписку. Night in the Woods мы хотели, да, пройти. Тоже. Грим Фанданго я хотела пройти на Ютубе, чтобы запись осталась, потому что мы с вами прошли пол игры на Твиче, и потом я типа пожалела, что я так сделала. Vampire Bloodlines Masquerade тоже надо допройти. Ну, вообще тоже даже не допройти, а заново начать играть. Два вопроса. Слышала про конфликт Кости и какого-то качка? Нет. И второй вопрос. Будешь ли заинтересована в интро к видео? Нет. Я считаю, что интро к видео абсолютно не нужны. А что касается конфликта Кости какого-то качка, я не слежу особо ни за кем. Мне неинтересны вот эти вот ссоры людей, честно говоря. Отдыхала ли на Окинаве? Не отдыхала на Окинаве. Будет ли Ведьмак 2 и 1? Возможно, но не сейчас, сейчас нет настроения. Настик Пикачу, спасибо. Любишь ли рок-н-ролл? Я разную музыку люблю, рок-н-ролл тоже в том числе. Интро, я считаю, они не нужны. Я просто считаю, что не нужны Godfather. Не знаю. Но на мой взгляд, они не нужны. Меня они только раздражают всегда. Отдыхала ли в бане с парнями? Да постоянно отдыхаю в бане с парнями у себя в спортзале. Там как не зайдешь в баню, там все время какие-то парни сидят. Вот я с ними отдыхаю. Сидя рядом просто. Общаясь иногда. Очень редко. Очень редко я с кем-то общаюсь. Из тех, кто там в бане сидит. На ВГ-фест пойдешь? На ВГ-фест пойду. На Game Planet тоже поеду, меня пригласили. Буду там вечер играть. Добрый. Надеюсь, Алина. А, я поняла. Да, добрый вечер. Про что я говорила? На Game Planet поеду в Питер. Там буду играть в Cuphead опять. В прошлом году я играла в Cuphead, и в этом году я тоже буду в Cuphead играть. Мне кажется, теперь музыку вообще не слышно, да? За моим голосом. Все как-то не так все. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. 700 плюс онлайн? Ну, потому что подрубила только на Twitch. Замечательно, 720 онлайн, да. У-ху! Не, спасибо, ребят, что зашли. Ну, это, наверное, те ребята, которые на YouTube просто не увидели сегодня стрима. Поэтому они зашли на Twitch. Потому что сегодня никто не стримит. Какой микрофон у тебя и устраивает ли он тебя? Да, микрофон меня абсолютно устраивает. Микрофон называется Rode NT1 Kit, по-моему. У меня донаты не приходят. Я надеюсь, ты не на донат Pay отправляешь. Потому что у тебя донатов нету. Я не вижу, по крайней мере. Нет. И Streamlabs тоже не работает у нас временно. У меня есть две видеокарты. 2080 и 2080 Ti. На них у меня будет обзор в скором времени.
будет на YouTube-канале, на нашем. И буду очень рада, если вы посмотрите. Постараюсь как можно лучше сделать. Поеду в офис к Вилсакому, потому что они мои друзья, так, ну, как сказать, не друзья, а коллеги, с которыми я общаюсь, и они разрешили мне вроде как у себя в офисе снять, потому что здесь-то мне негде снимать обзор, а у них там и камеры хорошие есть. И вроде как они мне разрешили у них снять обзор, сравнение этих двух карт, как они себя ведут. И надеюсь, вам это будет интересно, я постараюсь как можно интереснее это сделать. И очень надеюсь, что вам будет это интересно смотреть. Камбунва Алина, рада тебя очень видеть. И спасибо тебе за ламповый мини-вечер меньше, чем три. Спасибо, Настя. Благодарю тебя. Разыгрывать будешь видеокарты? Нет, не буду. Они мне еле-еле эти видеокарты дали. И я очень надеюсь, что Ti я смогу оставить себе, но это вообще не точно. Может, влог с Игромира вместе со зрителями делать будем? Там осталось вообще всего ничего. Ну, типа, у меня нет настроения его делать, и сейчас нет тоже настроения его делать. Там надо музыку подложить. Вообще, в принципе, можно отдать это Мише Миленко, чтобы он доделал. Надо так и сделать, наверное. Надо так и сделать. Отдам сегодня Мише Миленко, это пусть доделает. Лучше пусть... Ну, там, потому что большую часть влога я сама смонтировала. То есть там где-то 30 минут получилось, или 25. Ну, предположим, 20 минут... Из-за этого влога я уже смонтировала сама. Осталось там, типа, 5 минут, ну, пусть Миша их доделает. Потому что я не могу, у меня, типа, ну, нету вдохновения для монтажа. Ну, вот такая вот я, вот такая вот я, вот такая вот я. Кто-то работает нормально, такой, типа, пашет, все на автомате делает, как робот. А я не могу делать без вдохновения, я просто не могу. И как я собираюсь на стрим, почему я опаздываю? Чатик, а ну-ка давайте обнимем. Крепко-крепко грустную мамзельку. Они тебя обнимают. Не надо, обнимите лучше кого-нибудь, кто рядом с вами, а не виртуальную Тян. Так вот, как я собираюсь на стрим? Я пришла сегодня домой за 5 часов до начала стрима. Я готовилась. Но я не знаю, я очень много думаю постоянно о всяком разном. Просто какие-то меня мысли поглощают. Там, о вселенной, например, меня могут мысли какие-то захватить. Тупо о вселенной просто. Там, не знаю, о каком-нибудь теории струн. А там, не знаю, видео Яна Топлеса посмотрела про память. Сижу там, думаю, о каком-нибудь Блаватской думаю. Еще о чем-нибудь. И вот я такая там мою голову, высушила ее и села просто тупо на крышку туалета и сижу такая... И волосы такая расчесываю. И вот я такая расчесываю их минут 20. Потому что я в это время сижу и думаю о чем-то о своем. Спасибо большое, Дима Зей, за подписку. Вот, или там, не знаю, сижу, крашусь тоже такая. И тут начала думать о каком-нибудь астероиде, да, о котором там речь вот недавно шла. И тоже опять такая сижу просто. У меня вот так вот рука в воздухе повисла. И я сижу такая думаю. И потом я говорю себе, да нет, давай, скорее включайся, там, включай какой-нибудь стрим на заднем плане, да, чтобы у меня играл какой-нибудь стрим, чтобы я не отвлекалась ни на какие другие мысли. И я сижу там и крашусь, и потом понимаю, что я вообще ничего не успеваю. Что я написала зрителям, что у меня стрим будет примерно в 8 часов, а время уже без, там, не знаю, половины восьмого, и я понимаю, что я тупо не успею, потому что мне надо сесть за компьютер, настроить свет, переношу это на 8.30, сижу, настраиваю свет, цвет, все тут делаю, меня не устраивает, мне не нравится, как выглядит картинка, я понимаю, что я не могу запустить вот так вот, я настраиваю 30 минут, я настраиваю 40 минут, и я понимаю, что мне все не устраивает, что мне не нравится, как выглядит картинка, что я не могу вот так вот запустить поток, и я понимаю, что я еще опаздываю, и как бы... Тоже сложно сказать, опаздываю или нет, потому что я сегодня написала, я поставила специально значок приблизительно, я думала, что его все знают, приблизительно 8 часов. Потом у меня изменилось на приблизительно 8.30. И я подумала, что, ну, народ, наверное, поймет. Алин, а какие-то книги по Ведьмаку читала? Никакие. Вот. Так про что я говорила?
Про что я говорила? А, да, про знак приблизительно и про то, что я настраиваю все, и меня не устраивает. И я поэтому специально поставила приблизительно, чтобы никто меня не ждал в какое-то конкретное время. Потому что иногда у меня бывают такие дни, что я не могу точно начать в какое-то время. Ну, не могу. То есть я знаю, что я вот буду все время в каких-то мыслях зависать, и из-за этого буду слоу-почить, тормозить, и не успевать делать что-то вовремя, и запускать поток вовремя. Поэтому поставила приблизительно. Но все равно находятся люди, которые приходят и пишут: «Алин, как всегда, опаздывает», и меня дико это бомбит, потому что я вспоминаю, что в прошлом, там, предыдущие 10 стримов, я опаздывала максимум, типа, на 3 минуты, на 3-5 минут. И мне настолько обидно становится, что, блин, это для меня настолько больших сил стоит не опоздать и что-то сделать вовремя. Для меня это стоит реально огромных усилий начать стрим вовремя. Потому что я такой человек, у меня синдром рассеянного внимания, я вам много раз говорила, у меня постоянно переключаются мысли на одно, на другое, на третье, я постоянно о чем-то думаю, сбиваюсь, мне постоянно приходится заново заставлять себя сосредотачиваться на каком-то процессе. И из-за этого я опаздываю, и мне очень тяжело сделать что-то вовремя иногда. Иногда я прямо вот говорю, получается у меня, что я там 10 стримов начинаю вовремя. Для меня это супер достижение. А потом просто это все аннулируется комментариями в чате, которые пишут: «Алина, как всегда, опаздывает». И я думаю, блин, ну какого хрена? Ну типа один раз из 10 опоздала, и это уже как всегда? Но с другой стороны, как им писать? «Алина, иногда опаздывает».